Ой, здрасте, друзья. Я не знаю, почему вы меня застали в таком положении. Но неприятно получилось. Благо не в другую сторону, потому что если было бы в другую сторону, то я уверен, что было бы много габабрайдов. Оно так будет. Зеленый мальчик в камере. Ты. Вот, такова история. Это DreamHack Open Valencia, студия RuHub, Андрей Нишара, Crystal Made, Дмитрий. И мы продолжаем. Андрей Нишара? Да. Ты так себя называешь. Пускай так будет. Не мучай меня. Мне теперь тебя называть Андрей Нишара. Да, будет Андрей так. Нишара. Да, да. Нормально? Нормально. Я думаю, зайдет. Давай я буду называть тебя Дрончик. Меня так все называли. Квадрокоптер. Анишкоптер. Квадродрончик. Вот эти квадродрончик звучит неплохо. Квадродрончик, тебе да. Тебе больше всего нравится. Давай есть... просто. Квадродрончик? Ты еще не со мной разговариваешь, что называется. Да. Я понял. Зачем? Я понял. Я обсуждаю с человеком. Всё. Горячие имена для нашей горячей квадрокопчики. Аналитики, да. Ой, друзья, на самом деле самое время раздеваться нам с вами и приготовиться к горячей штучке. Приготовиться к самому-самому насыщенному моменту в нашей трансляции. Знаете почему? Все мы любим горячую штучку. Да, именно так, потому что сейчас будет самое жаркое противостояние в рамках третьей карты. Третьей до трещей. И там будет точно горячо вместе с нашей замечательной горячей штучкой, которую вы можете наслаждаться перед каждой игрой, так что заходите на следующее противостояние, чтобы понаслаждаться. А для особенных можно клипы волос. Да, клипы волос, кстати, можете и мне запилить, потому что я вижу это все сзади, а впереди не наблюдаю. Да, ну и поехали, пистолетка, первая половина. Норс начинает без китов, что самое это интересное, очень нестандартное решение. Гоу на раскиде Туау, остальные с кевларами. И вот, что касательно карты Детрин, напоследок весьма интересно будет поглядеть, в какой форме Норс и поезда. Да, Андрей? Да. Как тебе побочки? Ты же спрашивал уже. Ну, конечно, я забыл. Слушай, ну, у меня проблемы с этим. Давай не будем. Ладно, почему, в чем проблема? Ну, нет, давай не будем. Ладно, я закрыл человека. Миксел убивает Фурланыча. О, боже, этот пистолетный раунд превращается в тотальную катастрофу для Игоу. Они ничего не могут сделать. Они вообще ни на что не способны. Здесь это 1-0, и Норсы влетают вперед ногами на своего оппонента. И самое главное, что это сделал Эйзи, друзья. А влетают ли они как в... Эйзи, тот человек, который выиграл. В интернете. DreamHack. Мать моя женщина Валенсия. Да? Кстати, крутое имя. Я вот считаю, то, что если у меня будет мать девочка, моя женщина? Можно, имя? Можно назвать ее Валенсия. А, ну имя, да. Я думал, мать моя женщина, не имя. Не. Ну ты представь, какой никто мать моя женщина. Кстати, да? Слушай, а можно назвать нашу горячую штучку Валенсия? Ну, неплохо, кстати. Да. Кодовое имя? Кодовое имя Валенсия? Самое время для нашей Валенсии. Да, да, я. Вот. Да, да. Это хорошо. Смотри DreamHack Open Valencia на самом быстром интернете от Мегафона. Наслаждайся сейчас этим раундом, который для нас Игоу продемонстрировали сейчас пистолетами. Но в лицо. Но еще одному, и второму, и третьему. И МСЛ с Валдемаром попробуют забрать этот раунд, несмотря на то, что у них была ситуация. Нету эйса. Боже мой, PHR сейчас вытащит это. Нет, не вытащит. Или вытащит. Ну, сейчас... Ну, понимаешь, дело в том, что у нас... Вот, Дрончик комментирует поезда. Если Дрончик комментирует поезда... Так как ты там по отчеству, братья? Зачем тебе мое отчество? Ты и так меня уже отпустил в квадродрончики. Квадродрончик — это повышение. Ты летишь вверх на четырех пропеллерах. У меня он один. На четырех. И он скоро взорвется, я чувствую. Е-бой. Все, мы с нетерпением ждем. Взрыва пропеллера. Нет, от, в плане того, что Андрешары. От Андрешары. Понял. Не, я знаю, реально. Андродрона. Андродрона. Андродрон. Да, дрон. Нет, Андрон это типа одно и то же. Да. Жестко. Игра слов. Но, тем не менее, пистолет с армурами для ребят из команды Норс. И ответная, возможно, будет закупка от Игоу, потому как у них была фармгана 2 штурмовых девайса и Горилла Эйр. Ну, то штурмовый, в принципе, так что считается. И, как бы, непонятно, что будет по выходу, потому что на Б пока никого вообще нет, а подходит только лишь товарищ Фурлан на партах, и как-то с поп-догом он тут соседствует, а в остальном все в районе мусорки и респауна. Керми. Ждет, хаешка к нему прилетает. Ерби отходит, кстати. Не получает ни единого дэмэджа.
и бежает на мейн. Сейчас может продемонстрировать нам очередной раз свой замечательный аим. И вот он, на, понеслась, но тряска просто как после родовая депрессия. Временем PHR вместе с компанией выйдут с мейна и попробуют запушить этот аплант Миксвелл на опорной позиции, теряет свою жизнь вместе с MSL. И таким образом Норсы проиграют и этот раунд, судя по всему. Хотя Валды дают нам немножко надежды, но эта надежда была только что потеряна, и Эйзи остался один-одинёшенек. Два человека против него. Как ты думаешь, кто победит, Дрюнь? Кстати, новая миссия невыполнима, но вы посмотрите. Как раз реклама крутится. Головыха мутится. Да. И второй раунд для команды Go. Тут писали, что комментатор из 9-го Б-класса. Да. Сколько получается? 3 года назад я был в 9-м Б-классе. Что даже больше, когда? 4 года назад. Что? В 9-м Б-классе я был. Что 4 года назад? В 9-м Б-классе. А что 4 года назад было? Последняя миссия невыполнима? Почему тут миссия невыполнима? 4 года назад я был в 9-м Б-классе. Это хорошо. И при чем здесь? Ну, комментарии в чате. Ну, я зачитал. Не, в смысле, так понятное дело, что ты 9-классник. Плюс вы. Восьмиклассница. Ох, что, восьмиклассница? Обычно повыше смотрят, нет? В смысле? Ну, постарше выбирают, нет? По классу. Ну, знаешь, ты про девочек или мальчиков? Да, про мой. Нет, смотри, я выбирал себе всегда старше. Ну, все так делали, нет? В школе, нет? Но есть, наоборот, девочки, которые выбирают себе постарше. А все так делают, похоже, да? То есть получается то, что у тебя не состыковка. Если все выбирают себе постарше, то кто же выбирает тогда себе помладше? О, как тут работает Фурлан Миксвелл, 4 в 4. И как бы все, задавили фармган. Бомба-то стоит, и шансов-то маловато. А тут еще и Снэч летит. Забираем Миксвелла, далее еще и МСЛ. И все как бы. О, хэдшот от кафетерия в исполнении Снэча. Кирбай последний, ищет его с фармганом. Ты тоже это слышал, да? Да, и мне очень интересно, что там происходит. Уважаемый режиссер, сообщите, пожалуйста. Да, можно нам? Что там было только что? Потому что было что-то явно радостное. Где был Снэч? Я слышал крики. Я тоже слышал крики из-за трибун, как бы. Да, очень довольные крики. А может быть, не очень. А ВП от Снэча в этом раунде мы увидим, и первый очень слабый бай от Норс. То есть это девайсы, но отсутствие молотов, отсутствие диффуз китов, отсутствие ВП, на дотрейник, как вы знаете, обычно очень проблематичное, поэтому нужно быстро раз по полной керби. Керби. Вырубает человека. Оставьте дверь! Пожалуйста, оставьте. Все, они нам изолировали. В смысле, воздух в аду. Я имею в виду, когда двери нету. Тем временем, Ego и Sport. Флешка полетела, easy. Изи, Молик против него, Фурлана 24 хп. Не, ну попытки весьма интересные получаются, да, у команды Норс. Взять какие-то раунды, поджимки, агрессивные выпады на сотку, но... Интересно, да. Может быть, ты тогда поговоришь? Нет, ну в смысле? Все, молчу. Я молчу. Чё-то квадрокоптер обиделся. Давайте подождем, когда Эго зайдут на плент. И Валдемар вместе с Миксвеллом, точнее МСЛем, стоят вдвоем на Б-планте. Идут флешки, есть молики. Надо добавить немножечко огня, бутылки полетели. И Грубия получает первым размен от PHR. Все нормально, все неплохо. МСЛ тут тоже забирает. В общем, гол полностью заперт. Здесь читает от начала до конца, и раунд будет крайне сложно взять. Но в целом-то 2 в 3, бомба все еще не стоит, 30 секунд времени, надо поторопить бомбой, то очень много времени потерял счет этого, минус от Кирби по Пичару, то последний без китов играет команда Норс, и как бы то меж снова 3 огней, минус по Кирби, но тут не справляется с Эйзи, и второй раунд для команды Норс, ну как бы все, в принципе, закономерно. Нет. Закономерность заключается только в одном, справедливости не существует, ты знаешь об этом? Это так вот, из-за того, что справедливости не существует, из-за этого и закономерности не существует. А как они между собой связаны? Какая формула? Справедливо. Понял. Все. Ваши замечания? Нормально. Мои замечания? Нормально. Нормально. Mm-hmm. Но как бы 3-2 счет, и продолжается у нас встреча, и Гоу, и Норс. Я, честно говоря, ожидал 2-0, но плотного 2-0, но, как видите, Гоу на Инферно таки дали взбучки. Датчанам, причем там 16-6, по-моему, что-то такое, довольно-таки просто. И теперь мы на поездах видим, что борьба не на шутка нас. Никто не хочет играть на турнир, и тем временем Снэч уже находит минус по Эйзи. Один отлетел. Аккуратненько.
Здесь надо работать. Миксвелл. Ну, наводочка есть. Как бы можно и пробитие устроить. Есть пробитие от снэча. Миксвелл падает. Далее еще и контрпатпуш от Керби на соточке. Но вот купюроприемник пока что-то не особо, да, здесь. Не хотят принимать Кербая. Ребята из команды Go. Ждут да ждут, а вот поймает или нет, вопрос очень интересный. Все-таки снэч не может здесь сидеть вечность с Авиком и ждать какого-то поджима. Я жоп. Что Норс втроем против пятерых. Такая флешка, конечно, не очень стопроцентная, но 55 секунд времени, все еще нет реализованного выхода, плюс зелень, сплит в исполнении Груби. И как бы все. Нужно просто дождаться. Да, конечно. И я уверен, что Керби дождется. Вообще, эта ситуация 3 на 5, несмотря на то, что выглядит как будто идеальная для EGO, но по факту, в реальность, по контролю над картой у Норс очень и очень хороша. И есть возможность сделать опорные киллы, чтобы снизить ситуацию до нищи, но там проблема будет в том, что по Норсам будет очень много инфы в этом случае. Но нет, нет, не получилось здесь сыграть Керби на стрельбу. Валда тоже падает, там остается свидание. Ловит, конечно, парня с ножом в руках, но это не проблема для EGO eSports. 2-4, и здесь это пахло очень-очень-очень-очень плохо. По одной простой причине. Норсы сейчас отдали 2-4 на КТ-сайде, на сильной стороне Детрейна, и не могут реализовать вообще здесь ничего. И это очень и очень слабо с их стороны. Вы скажете мне, ну это был всего лишь нормальный, точнее, не самый сильный бай, тут были типа всякие ямочки. Ты видел, кто тактическую поставил? Из ВП, кто? Поляки. Атака? Поляки. Ну, правильно сделали. Потому что они знают, что на самом деле они не должны брать 4, они уже очень сильно удивлены. И когда ты слишком сильно удивлен, то ты можешь удивляться еще больше, если ты начинаешь делать какую-то лопату. Лопата? Поэтому надо взять и сделать, ну, тулить начинаешь. Я не знаю, откуда ты это слово взял. Ну, тулить. Но я жук. Уже дважды жук. Ничего себе. Двойной жук. Нет, тулить реально есть такое слово, типа, но... Я хочу, кстати, посмотреть реально перевод этого слова. Ну, я тебе сказал, как я это понимаю. Ну, я понимаю, что ты имеешь в виду по отношению. Меня так научили. Кто? Научили. Тулить это. Тулить. Смотрим. Словарь русского языка. Тулить. Крыть, покрывать, слонить, заставлять, выставлять, для закрышки, скрывать, прятать. А, вот. Ты не тот словарь смотришь просто. В смысле? Ну, не сланговый, извините меня. Ну, надо сланговый смотреть, да. Зачем? Ну, потому как. Потому как что? Потому как. А, окей, это хорошо. Точка. Здравствуйте, друзья. Мы продолжаем смотреть 7-й раунд. И пока мы узнали только о том, что такое тулить. Продолжаем смотреть, соответственно, карту Детрейн, на которой нет никаких вариантов пока для Норс камбэкнуть. В смысле, они есть с точки зрения теории, но реалистично заявить о том, что они сделали какую-то работу и на основании нее способны на этом Детрейне, на сильной стороне, забрать себе большое количество раундов, а именно большинство хотя бы раундов, что было бы хоть немного хорошо, мы не можем. Поэтому мы либо ждем ошибок это гол, либо, которые позволят датчанам взять себе какой-то контрольный пакет раундов. Либо это все-таки выход EGO из группы. Напомню, завтра они тогда в таком случае будут играть в полуфинале DreamHack за 100 тысяч баксов в Валенсии. Это было бы круто, но Норсы тоже хотят играть в плей-оффе, так что я не думаю, что они согласятся. Ну, бывает, бывает, что сильно падает мотивация, тем более, что вот, когда тренер сказал заменить игрока, я до сих пор под небольшим шоком, и почему так оно произошло, но да ладно, 2 в 1, Вальде последний, и Туава вместе с Снэчем против Ульдемара здесь отрабатывать, насколько результативно мы, в принципе, и узнаем, и вот не переключаясь от кассы, и 5-й раунд для EGO. Нас держат не в заложниках, Нишу держат в наложниках просто. Все в порядке, друзья. Все под контролем. 2-5. Опять за меня все говорят, ужас какой. В смысле, я же вижу со стороны твоего положения. Со стороны моего положения. И что же ты видишь со стороны моего положения? Я говорю, я со своего положения вижу, в каком ты положении. Понял. А тем временем у нас юспы в руках у Норс. То есть снова эта экономическая западня. Она у нас была на предыдущей карте, на The Inferno, когда они играли за защиту на первой половине. И то же самое происходит прямо здесь и сейчас. То есть Норсы не могут вырваться из той ямы, а EGO их окунает все глубже и глубже и глубже. В следующем раунде, конечно, будет хороший бай. Вполне реалистично мы увидим дабл ВП, увидим молики, смоки, и Норсы должны будут взять там раунд. Но напоминаю, что им надо будет делать серию раундов, иначе снова экономическая яма. Долговая, будешь сидеть посредине... Лопата. Тулить.
Лопата. Прекрасно, спасибо. Я тут, значит, хайп возвышаю. Тут что-то тут рассказываю. Да. Ты посредине всего это со своей лопатой. Ну ты прочти просто, ты выйдешь. Вот. Валя. Остается последний. 1 в 5. Ну и Валя пистолет просто по 250-й, без армора. Как бы, что, будет ли шансы какие-то выбить еще девайсы, или же все-таки так и разойдемся? То есть 1 в 5. Не будем париться. Пока непонятно. Ну, что, раунд для игол. Действительно, следующий бай будет некоторым толчком. Вот ты любишь толкать бая? Ну, когда в них туалет нормальный, тогда да, бывает. Ну, а так вообще хочется просто увидеть Counter-Strike немного. Знаешь, мне рассказывали, что это очень интересная игра. Там люди покупают автоматы, какие-то гранаты. Типа, говорят, что там бутылку можно купить. Бутылку вот. С чем? Ну, что горит, то и... Че горит, а че горит? Горит? Давай немножко образовательного кристалла мая, че горит? Не-не, ну в смысле, это и так все знают. Я не знаю, че горит. Что горит. Нет, не знаю. Знаешь, есть вещи, которые, вот, например, про Бермуду, которые надо рассказывать, про одежду, там, про географию, возможно, про биологию, про орлов. А про химию не надо? Про орлов. А это, ну, это так все знают. Все, понял. Зачем какие-то обычные вещи сообщать? Типа, смотри, я могу сейчас сказать, счет 2-6. Это круто. Никому ничего не даст. Констатация факта? Я имею в виду, да, это констатация факта, которая так сидит на экране. Зачем я это вообще делаю? Сейчас Эйзи, вот, например, вот, смотрите, может, там убьет кого-то, и мне придется сказать... Точнее, не придется, мне надо будет сказать, потому что, ну, я комментатор, и Керби сейчас зайдет в спину, и вот это будет, кстати, крутой момент. На Б? Ты посмотри, он сейчас просто разрывает лица. Бау, бау! Изи, катка, изи лайф. Не, ну хороший таймер, хорошо сотки, и да, его. Он мог бы увидеть бомбу, на самом деле, если пошел бы в Т-дом, но он не пошел в Т-дом. Знаешь почему? Потому что забоялся? Не, потому что он не хочет курилку. Потому что он не любит кафетерий. До свидания, потому что он не пьет кофе. Я тоже не пью кофе. Ну, поэтому туда и не ходишь. Именно. И теперь 5 в 3, уже целая минута на руках и гоу, но по игрокам действительно серьезный просад. И непонятно, как они вообще будут выходить под аплен, значит, пробираются через зелень. Эйзи его пропускает здесь, вместе сидит еще и на синем вагоне с тиммейтом. И вот Апленд становится камнем преткновения, значит, очень опасен. Ищет одного, ищет второго, минус один, и второй не реагирует вообще, но как это можно было промахнуться с Нечи, как ты ему в затылок не дал? Ты ищешь какого-то ответа на этот вопрос? Да, ищу. Я думаю, знаешь, что порой наступает момент, когда твой прицел, твоя рука, дергается самое произвольно. Да, и ты думаешь, боже мой. Руки настолько. Я ведь настолько хорош изначально, но почему-то сейчас здесь я не совладал со своим прицелом, не совладал со своей рукой. Это майндсет, понимаешь? То есть ты должен перед каждой игрой говорить себе, вставать перед зеркалом и говорить себе, я лапочка, я лучший, лопата, квадрокоптер. И потом рука просто, да, неконтролируемая, да, после квадрокоптера? Ну, в смысле, я тебе говорю, ее надо законтролить, то есть нужно все сделать, чтобы успокоиться. Сила воли. Закалмдауниться, взять себя в руки, взять игру в руки, свою жизнь, понимаешь? Жизнь, она как вода, она изменяема, понимаешь? Ее форма. Ну да, 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 да. Норс могут выиграть. Могут выиграть, могут. Это не точно. Вот, и соответственно. Авик для Снэчи. Авик для Миксова. Вальде забирает, между прочим, Груби. Снова для Норс начала раунда. Почему бы и нет? Еще и закрепили минусом от Вальде по Фурону. PHR вместе с Снэчи тоже упали. Это как? Это реально Норс реально могут выиграть? Но будем честны, Go, взяв 6 раундов, могут выиграть всю карту. Просто да, потому что 6 раундов на атаке — это очень много. И они молодцы. Они уже, по факту, выиграли половину. Вы скажете, ну, по счету это не так, но вы все прекрасно понимаете то, что дефенс — это дефенс. И как бы сейчас не улыбался Миксвелл и не грыз ногти один из игроков в польской пятерке, все равно этого недостаточно. Нужно трейхардить дальше. Трейхард может привести к двум вещам, одна из которых это поражение, которое избежать очень будет тяжело в случае, если действительно дадут закомбэчиться Норсом сейчас и гоу. Я не думаю, что в атаке у Норс будут какие-то проблемы по одной простой причине. Если их правильно поставит МСЛ, поставит как нужно именно стрелков, то, скорее всего, гол развал таки будет. Мы с тобой видели проблемы на оверпассе, как оборона сыпалась порой. И непонятно, чем вообще, хотя Норсы тоже показали такую себе атаку на оверпассе. И сейчас, может быть, на трене к этому мы снова придем. Но хочется верить, что у Норс вместе с гол получится очень плотный трейн подстать именно вот как раз карте оверпасс. Дабл коллаж закуп. Но ты гол. Ну, как сказать, закуп. Просто есть два калаша, и они должны здесь продемонстрировать нам максимум.
из этой ситуации. И PHR вместе с Грубией будут играть у нас на размены чисто. Просто вот местом заходить. Можно опыты, кстати, делать и так далее. С маги прицеля. Заход на бэплэнд. Молотов в ответ от Волдемара. Если чем потушить, нет чем потушить. Поэтому бомба все равно поставлена. И теперь вопрос к норсам. Они имеют возможность на убивание. 4 дефуз кита, есть 2 смока. 3 смока даже, несколько флешек. Это все можно реализовывать прямо здесь. И сейчас Миксвелл 2 кила легко и просто. Что-то забегались там и гоу, и для Миксвелла было слишком легко. Не, ну шикарно получилось принять бы план сейчас. Пускай дали поставить бомбу, но сделали 5 минусов без какого-либо размена. Это плюс экономика, это плюс раунд, и уже счет 6-5. А быть может, даже 9-6 мы сможем увидеть в первой половине. И кто знает, что нам принесет вторая пистолет. А ведь она будет немаловажной. Я думаю, она принесет радость. Счастье к нам приходит. Я имею в виду, знаешь, разрешение вот моментов, то есть... Ну, тоже верно. Так, one of the wishes we had was to have a team with really good chemistry, пишет нам Шокс. Химия — это хорошо. Новое интервью в Испании. Валенсия он дал и сказал то, что одна из его глубинных мечт — это иметь глубокую, сильную химию, которая объединяет, знаете, это как H не может нормально чувствовать себя без 2O. Не, ну как бы... Чувствуете? И вот именно уровень, то, да, как водород с кислородом объединяется, с оксигеном объединяется в единый. Оксиген — это не кислород, то есть, да? Это он, но мы говорим о... Точнее, водород с водой объединяется, чтобы создать невероятную формулу. Только водород не может объединяться с водой, потому что H2O — это есть вода, и водород — это... Да. Но мы хотим, чтобы потом он объединялся с... тритиевой водой. Вот это уже другой разговор, да. И получалась лютая дичь. Короче. Ну вот как и на экране. В общем, является главным элементом в нашем мире, это то, как хотел себя чувствовать Шокс вместе со Смитсом. Так они и многоуважаемым экзистенсом. Да. Но у них нет глубинной химии, понимаешь? У них есть химия на уровне 6-6. 7 класса, которая только начинает преподаваться. Там вот минимальная валентность. Минимальные. Химия в школе — это шок. В смысле, серьезно? Тебе не нравилось? Ну, нет, типа, пока не заставили учить что-то по соединениям, было все норм. То есть там таблица Менделеева еще ок, но типа потом все. Да? Потом... ГВП или ну? Ну, я АФК сел, просто хардстоун запустил с кайфом. Понял? Ну, я очень рад за тебя. Не делайте, конечно. Да, никто это не делает. А то будете квадрат дроном. Минус от МСЛ, Эйзи также с Керби, и еще и Эйзи в довесок забирает на снэтчи. Остается лишь один Груби. Груби, но вот тут непонятно, как вообще там будут дела у него. Хорошо, плохо, флешка мимо кассы, и все. Молик еще такой вот. О, не, ну это выпустили. Да, и минус по Груби от Эйзи, трипл килл для него, 7-6. Команда Норс выходит вперед. Я очень рад, друзья, что наши нашли в себе силы взять окончание первой половины, но это не дает нам еще вообще никакого понимания о том, как будет заканчиваться этот трейн и вообще как будет заканчиваться все быстро в 3 серии. Напомню, что норсы взяли оверпас, чужой пик со счетом 16-14, потом и гоу забрали у них до инферно. И сейчас борьба все-таки идет в пользу EGO, потому что 6 раундов они взяли на атаке, это сильно, это хорошо, они могут взять еще 2 раунда на этой стороне. И многое будет зависеть впоследствии от пистолетки плюс 2. Так, Миксвелл получает очень много дэмэджа. Снэтч вырубает валды. И вот оно, начало конца, возможно, в этом раунде для датчан. Номер 5. Теперь это уже MSL. Очень агрессивно играет в сотки. Раньше позицию Керви занимал. Теперь MSL посадили люрковать, по всей видимости. И люркерство, конечно, может закончиться весьма плачевно в случае с MSL, потому как стрельба у него далеко не на уровне. Но удалось забрать ТО. Это хороший приоритет по игрокам живым на данной карте. Но далее минус еще от Миксвелла по фурлону. И заход на АБ-план практически реализован был. Но тут же врубается просто Эйзи. Говорит, ребята, стоп. Здесь как бы уже 3 в 2. Бомба стоит. Есть хорошая хаешка на Груби. И нужно выходить из положения, из меньшинства. А полякам так точно. Позицию Груби не стопроцентно. Зато сначала и Груби все-таки делают по минусу. Эйзи 1 в 2. И походу это западня сработает. Но не окончательно. Снэч лишь только впоследствии забирает Эйзи. Это 7-7. Команда Норс сравняла счет с своими оппонентами.
А вы, друзья, если не успели еще подписаться на Twitter Team Spirit, сделайте это прямо сейчас, потому что эти парни вышли на квалификации к мажору основные. Это означает то, что они получат свою долю хайпа, подписончиков и всего остального. И надо засаживаться прямо сейчас в хайп-трейн. И чага-чага-чу-чу. Собака Team. Под нижнее подчеркивание несколько штучек раз. И Spirit написали. Ты собака, я собака, ты собака. Собака, я собака. Нижнее подчеркивание, крышечка, 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 циркумфлекс, нижнее подчеркивание, заводим старый Жигуль. Аварийный выход на апланте получается у команды Игол, хотя вот знаете, большинство они здесь вставляют за собой, Мастель взял авик, и знаешь, его палка-копалка уничтожает очень многих на этом направлении. Снэчи все еще пытается как-то здесь разыграть себя, но боюсь я, как бы это не была дорога в один конец. Чрезвычайное происшествие. Чрезвычайное происшествие. Чрезвычайное происшествие. Что еще? Эйзи. До свидания. Один сделал килл. Можно сделать еще два. Камбэк, Израил и 8-7. Или нет. Или... Ну, в смысле, это в любом случае 8-7, как вы понимаете. Даже если Эйзи погибает, это просто в пользу поляков. Очень и очень хорошая работа была произведена польским коллективом под названием MGO, польскими орлами на протяжении, в принципе, всего этого Best of 3. Потому что в первой карте они достаточно солидно и достойно боролись, несмотря на все фейлы, которые были и с одной, и с другой стороны. На второй карте мы уже увидели их настоящую силу, и сейчас они по полной впрягаются на первой половине, не отпуская своего противника, не давая ему взять инициативу. И это крайне важно, потому что я уже говорил, орлам надо сохранять доминацию от начала до конца, чтобы выиграть в этом Best of 3, и у них это пока плюс-минус получается. Ну, пистолетка вторая, конечно, скажет тоже свои 5 копеек, рано или поздно. Три раунда на халяву еще никто не отказывался брать. Да. Тем более, что счет на равный, и это может не решить исход этого матчапа. Вспоминая карту Overpass, ты уже говорил о том, что там один раунд буквально отделил. Боже мой, топов. Ты знаешь, что произошло? Что? Vici Gaming Flash поставили стенды на время Asia Minor. Никого не поставили? Z8Z. Понял, все. Очень-очень важно. Известный игрок. Все пишут expected. Ну, как бы да, прочитал. О, боже. Не, я просто обожаю эти новости на ХЛТВ. Порой ты просто думаешь, кто? Чего? Мне кажется, тебе больше не новости нравятся, а комментарии. Не, комментарии тоже топ. Причем комментарии там одни и те же всегда. Ну, типа, да. Что пацаны все свои, было прочитано. Свои, как бы. Сори. Мне интересно, почему какая-то орга сделала турнир на 90 тысяч долларов? Почему не на 100? Да, я вижу на Аплэнсе. Что тут? Пистолетка, Керби, Миксвелл, Груби. 3 минуса защитные секунды. Далее минус еще и по тормозам от Фурлана и Груби. То закрывает Керби. Валя, один. ГГ. Это ГГ. Я имею в смысле у Норсов ГГ. Они, если не смогут зацепиться за первую тройку, они имеют процентов так 70 проиграть на трене, может быть, даже 80. Так что сейчас надо брать. О, хорошо, так как сквозь мочок. Прямо вкусненько в спиночку. И теперь на дальней дистанции минус груби Валды. Просто красавец. Ни одной пули по нему не попали. Понимаешь, он пришел домой чистый, одетый, не обутый. Понял. И знаешь, это когда ты вот приходишь домой, а ты грязный, там, типа, ну, тусил с друзьями, дождь пошел, грязь вокруг. Я знаю, что с тобой такого не происходило, но. Представь себе ситуацию. И ты приходишь домой, ты весь вот в этой грязи, все дела, а мамка только-только постирала тебе все шмотки. Она такая, ну что ж ты делаешь-то? А Валди хороший и второй, мальчик. И второй тоже самое. Валди бывает. Пришел со 100 хп, без какой-либо крови на рубашке. Милый, где ты был? На рубашке. Клочировал. Я а почему их, я рубашка их на своем глоке вертел. Так вот. Это сильно. Это хорошая шутка. Ну и заход на Б-базу. Тем временем есть у нас минусы от Фурлана. Керби и Валли по минусу пост ночи. И то минус от Пичара и Миксвелла. Остается лишь 2 на 2. И бомба тикает. И не только бомба тикает, и команда Go тикает. С карты Train, по всей видимости, 9-8 уже. И как бы 10-8 не за горами. А защита Go все еще никак не проснется. Не проснется. Ждем первого боя. Ну, вообще, шансы хорошие появились у датчан. Мы это понимаем. И первый бай, что самое главное, тоже будет не самым сильным у Игол. То есть у них не будет там полноценного закупа, вот это вот все. И есть неплохие шансы, соответственно, на то, чтобы выиграть первые 5 раундов уже. Потому что у нас же Игол покупали себе арморы на первом форсе? Да, конечно, Игол покупали. Пистолет, так что ДКТ играют, здесь никакой бомбы нет вообще.
этого было делать. Вот первая закупка почти 10-8, то бишь 11-12, если нож сейчас разбирается. С первым баем, в противном случае непонятно. Непонятно, как же вообще себя ощущать на карте Детрейн. Я вот все думаю о том, насколько реальные шансы есть у команды Go взять поезда против Норс, если те разойдутся в атаке. И мне кажется, что маловато. Да не, вполне себе. Ну, то есть, но Норс всегда же были команды выше на голову, чем на Go. Да, да, но мы-то видим, что... То есть тут по факту, именно номинально, да, официально Норсы являются коллективом, который на совершенно другой строчке находится на всех чемпионатах. И вообще, в принципе, присутствует на тир-1 чемпионатах. И по кэфам так, Снэйчи ловит одного, МСР хорошо, в ответку по ТАО Груби. Одного, можно второго. Бомба посеяна, Норсы не могут в атаку, и ты там что-то говоришь о том, что сейчас сложно будет верить в ЭГО. Ты посмотри, что делают Норсы. Дело не в том, что ЭГО выиграют эту игру. Норсы сами проиграют ее. И все, да. Тебе не надо ничего делать. Просто челики берут, отдают С4, она падает за смок, и на этом ГГВП 10-9, друзья. Норсы проиграли первый раунд на второй половине. В смысле, первый для себя. И четвертый по факту. И сейчас будет еще один бай-раунд. Байран, который, наверное, очень нужен команде Норс, потому что по деньгам в случае проигрыша тоже не будет закупки в следующем. И как бы 10-10 тоже бы не хотелось отдавать. Пауза. И причем, знаешь, вот первые карты не так позволяли нас по паузам проскатать, да, вот именно последний матчап очень серьезно к этому относится. Хоть и первая пауза для трейна команды Норс, но как бы есть повод, есть о чем поговорить. Касательно атаки, и, возможно, даже стоит прийти к тому, мол, забить на этот чертов аплен. Сколько раз мы с тобой видели выход на аплен, сколько раз он проваливался. Так проще же на Б зайти, смог на ловер, смог на верхний и вперед. Нет никаких проблем. Нет проблем, Дмитрий, нет. Это так свою команду утешаешь? Своих четырех котов, с которыми катаешь? У меня NIP. NIP здесь нет. Не, там что в смысле свою команду, когда ты играешь в CS GO? Не, я в CS вообще не играю, забей. А, ну все. CS мертвая игра. Спасибо. Поддержку. Тем временем полетела атака от North of Mixwell. Значит, первого есть шансы неплохие зацепиться за плент за счет именно испанца, но ответка пришла от Грубито. Сделали два своих килла, но Фурлан вышел и сделал свой фраг по испанцу, выбил из него снайперскую винтовку. Изи, 32 хп, и он до свидания на апдауне. Валдемар остался один. Ему будет крайне печально и грустно. Давай, до свидания. 10-10. Команда Eagle сравнивает счет, выходит на хорошую экономику, чего нельзя сказать о команде Норс, в котором вот сейчас экономические пистолеты не более того, куда то есть вот летят? Вопрос к темпу, да, вы сделали 2 килла, у вас все вроде должно быть в порядке, но вы начинаете продолжать рашить, не разбираете углы, не разбираетесь со стрельбой, и что происходит? То есть, но Mixwell сейчас должен быть супер недоволен своей командой, он сделал 2 open килла, и обычно, не то чтобы обычно, а... 99% случаев. За комментатора проиграли ставку и сразу все ГГВП. Дим, что, прогорел, да? Какую ставку? Снова. Понял. Минус по нему. Снова вместе с нами. Снова вместе с нами. Не, я не знаю такого трека, сори. Это КВН, по-моему. Может быть, мне кто-то расскажет, кстати, как там звучит текстарь. Значит, в чатике, я имею в виду. Контроль Толуфа. Плюс, к тому же... Норс пытается здесь работать вовремя. Главное, Пичар забирает МСВЛ, Пичар забирает еще и Mixwell. Керби умирает от Снэйча прострелом по вагону. И голубой вагон уплывает вдаль. Ты с ним, ты в смысле, уже не жди. Он шатается, как обычно. Ты че? Алло. Понял. Оригиналы вспоминай. Оригиналы. Где себе оригинальность? Подожди, у меня оригиналы закончились очень давно. Голубой вагон идет, шатается. Понятно, все еще один. В смысле, он бежит и качается. Он идет и шатается, потому что этот голубой вагон сегодня немножко под молотом. Хорошая. Ну, а на самом деле это старая тема из Comedy Club, но факт остается фактом, да. Что примерно из моего 7-го, наверное, класса, может быть, где-то такого. Настолько до историческое время, ну, может быть, 8-го. Ты динозавр ходячий, вот, реально. Да, да, это было давно, друзья. Но тогда Comedy Club считался забавным и не было зашкваром пересказывать шутки из телевизора. Ты когда последний раз слышал шутку из телевизора? Ну, не знаю, я не врубал уже года 3, наверное, или 4, но я о том, что у нас в школе реально пересказывали друг друга, потому что у нас не было интернетов особо. Интернеты были где-то там, далеко за пределами живой части. Живой части. Так, у нас тут молики полетели.
Что ты жрёшь? Ну, живой части, просто знаешь, в школе бывает мертвая часть, да, бывает живая часть, да? Это интересно. Как, вот, как есть живой комментатор, а есть который слева от меня. Ну да, так и есть. По факту. Вот, и 5 калашей для команды Норс без ВП. И шансы-то, кстати говоря, не очень-то и высоки. С другой стороны, гол. 2 века, любой промах от одного, и сразу же размены, и куча таких вот переворотов, разворотов, подворотов. К слову, о подворотах. Ну, как тебе на подворот на БП? Подвороты. Нет? Ну, потому что это, да? Миксвелл, open kill, Патао на планте. При этом всем есть еще и засланный казачок на Б. Как же PHR распирает их просто. О! Как это хорошо выглядит. Изи, кстати, сделал 2 килла ответных на Бэпленте. Его там читали на верхнем парыче. Он типа сдаился, вышел совершенно внезапно, потому что его уже обратили свое внимание на Апленд. Оказалось, это Бэплент, то есть Норсы сделали фейк. И, по-моему, это был первый фейк за все раунды, которые мы с вами видели на протяжении всего Best of 3 серии. Я серьезно, я не преувеличиваю. По-моему, у нас не было ни одного фейка. Какие у нас карты были с тобой? У нас с вами были... Ну, на оверпассе фейк, это нереал вообще. Нет, это не та карта. Inferno, карта... Не карты фейка. Ладно, все, ты серьезно? Я молчу. Ну ты серьезно? Ну ты серьезно? Мне даже сказать не дал. Ну ладно, хорошо. Ну, то есть, а что ты хотел сказать? Я уже ничего не хочу. Что ты мог сказать, ладно? Я уже ничего не мог. Да что ты тут мог сказать? Не мог. У меня нет слова. Это правильно. Я мертвый. Это правильно. ГГВП все куплено. Действительно, куплено. Вот прям вот sell-out просто, да? И Валюми убирает, вернее, значит. 11-11. Вот 4 единички. Интересно смотрится, на самом деле, да? Единственное, что экономика команды Go просела. И как бы за счет этого можно выйти вперед. И качельки. Хотя на байты наскребли. Причем довольно-таки неплохо. Там 3 кольта я видел, 1 навик и пистолет. В этом-то вся и проблема, что если так много денег отдаешь защите, то потом надо 2 раунда подобных отыгрывать, а играть против лапов. Но с другой стороны, моликов не варик. 2 подряд раунда возьмут, еще один сверху получит. Это как акция, промо-акция. 2 раунда берешь, один сверху в подарок. Ну, подарок. Доминация, аннигиляция. Профанация. Это тоже, да. Только давай не будем продолжать. Анишрудизация. Не надо. Спасибо. Не взяли Миксвелла, потому что Турик в Испании, а Миксвелл испанец. Он хотел стендыну тут поиграть, потом его кикнут. Вообще, держи в курсе, братан. Спасибо, Кэп. А во-вторых, Ави просто решил, что надо... Слушай, кстати, это напоминает мне его никнейм каждый раз парня из Большого Любовски. Ну, там тоже, типа, был друг у него еврейского происхождения, и его звали Аве. И он был просто супер топчик. Самый прикольный парень там на районе. Забавненько. Добавлю. Может, я, конечно, ошибаюсь, и это из Большого Куша, но, по-моему, и там был. Но из Большого Куша точно был. Так, Роби. Выход от Керми. Ты чего? Ты пискуна включил куда-то, непонятно. Да, минус еще Кирбая Патуа, в итоге байта просыпается. 3 минуса без единого размена. Вы серьезно? Алло, эго, я сейчас ухо на вас натравлю. Где вы? Ухо? Дмитрий, вот как ты думаешь, чем занимается ухо сейчас? Стримит, наверное. Ну, Инкенис точно стримит. Надо ему позвонить. Да. Ухо. Зачем? Ухо позвонить, ну, чтобы он дал аналитику. Все же ждут его аналитику. Хочу это анализировать. Ну да, тоже верно. Понимаешь, это классическое, верхи не хотят, низы не могут. Вот кто здесь низ и кто не хочет, тот вы можете сами посмотреть сейчас и сделать свои выводы. И эта фраза, знаете ли, она не про революцию и не про исторический процесс в разных странах, в том числе и в России. Она про, конечно же, Counter-Strike. И тогда, когда ее придумали, они, конечно же, еще не знали, что Counter-Strike будет существовать. Но ощущения уже были, что третья халфа не выйдет. Ванга на Вангала. Значит, нужно играть во что? В КС. Другого варианта просто нет. Лучший чтобы... шутер всех столетий, да. Да. В смысле, а стрельба в яблоко, которое расположено на голове твоего друга? Не, ну с лука можно. С лука. Можно. Кстати, совсем недавно классная штука, всем советую попробовать. А ты попал хоть раз, мне интересно? В смысле, во что? Ну, ты... В идеальный центр? Нет, типа, вообще просто что? Попал в мишень? Ну, конечно. Но на какой дистанции? Да я не знаю, сколько там... Ну, метров 100 хотя бы было? Нет, в смысле, я стрелял, ну, не знаю, шагов типа с 30-40. А, ну... У нас, типа, просто на лужайке так много длины нету, понимаешь, я чтобы понял, тут уже, сотки фигачить. Не, ну, типа, просто я думаю... Не-не-не, я не хотел, я не хотел на профессиональный, типа, этот... Не, у меня такое все зрение, но, ну, в мишень там надо... Я бы сказал, что проблема не в зрении, проблема именно в... Ну, в мастерстве. Там, типа, нужно силу применять, бла-бла-бла. Мастерство с точки зрения
ловкости, знаешь ли, нужно декстерити прокачать сначала. Да. Так, у нас заход на аплен, теперь уже девайсный раунд. Предыдущий был экономический, поэтому множество безо всяких проблем его взяли. И у нас 13-11, всего 3 раунда отделяют их от того, чтобы выиграть на best-of-3 серии. Мойки полетели, Миксвелл раздербанил. Грубби, Тао тоже упал, и агоу, ошибка за ошибкой в индивидуальных действиях приводит к тому, что 2 на 5 и надо сейвить. Так вообще не теряет никого Норс в каком раунде подряд. Это очень неплохо. Экономика летит вверх, учитывая, что они еще и за атаку играют, и бомбу ставят. Ну тут как бы сложно. А, точно. Ави был не евреем, а у Ави была жена еврейка в Большом Лебовске, если что. Вот. И это дополнение для людей, мне которые вдруг в какой-то момент... Мне это ничего не говорит. В смысле, конечно, тебе это ничего не говорит, господин Китцерман. Но дело-то в другом. Я там, что просто кто-то, если вдруг оскорбился тем, что я... Ну, пригласил оскорбинку по поводу того, что я ошибся немножко по поводу Большого Лебовски, то я поправляю сам себя за счет нашего замечательного зрителя. Это шикарно. Да, потому что я люблю, когда люди могут помочь в классике кинематографа. Пять картофанок, потому что только образованные картошки. Люди на это способны. Да. И пять картошки. Да. Это команда Ego. Но закидка в сотку была бы интересна, но если бы туда пошли Норс, но они решат совершенно другую стратегию выбрать здесь. И Беопарты, и зелень, и как бы сотка. И все мимо кассы, и Доа уже умирает с гранатой в руках или нет, какая разница. Не реализован этот хаешка, и, соответственно, проход через аллею, а тут-то никого, защиту дает по линиям пройтись. Всего один вопрос, на самом деле, к Норсам. Могут ли они вообще выиграть чемпионат с такой игрой? То есть сейчас они окей, вышли из группы. Замечательно, молодцы. Группа была слабая, вторая группа посильнее, я бы сказал. Можно ли выиграть хотя бы Героики полуфинал? Героики интересно смотрятся. Да не суть важно, я имею в виду, кто... Я имею в виду, Херойки уже вышли, я так понимаю. Ну, да? Я имею в виду, ты говоришь, кто может выиграть турнир, я говорю, что может быть ну Херойки. Да, но я в том, что, в смысле, я спрашиваю конкретно про Норс. Все остальные команды еще не рассматриваю. Норс, коллектив, издание. Могут ли они с такой игрой что-то сделать? Потому что, на мой взгляд, им нечего делать в полуфинале, им нечего делать тем более в финале. Занят тем более неким образом не Марс, надо приезжай, этот... ты нам нужен. Да, но... Но? Обида. Обидная будет. Грустно. Грустно. Минус от Груби, тем временем по Вальде, еще и прострел по Кирбаю, но не полный дэмэдж доходит в голову, минус еще от Кирбая по фурну, падает также еще и PHR, остается лишь один снэч, и он против четверых здесь, 30 секунд времени, и как бы, Дмитрий, как вы думаете, 15 больше 14? В смысле? Ну так, если придумать, ну 15-14 больше. Смотря в какой парадигме. Ну вот в нашей конкретной. В нашей конкретной больше, но если ты ощущаешь немного по-другому мир и смотришь по другим углом. Углом, да. Или концом, например, и ты чувствуешь драхму, то тогда вполне реалистично, что это равно. Потому что на самом деле не существует больше или меньше. Все. Относительно. Относительно и все равно. Это я уже где-то слышал. Я надеюсь, что ты когда-нибудь ощутишь вот этот вот выход от господина Снэтча и поймешь, что его самопожертвование... Я последний раз больше, да? Выход от Снэтча ощутил в году так в 17-м, когда я закончил играть в Counter-Strike. Угу. Угу. И то в моей жизни появился PUBG. Угу. Друзья, смотрим последний раунд, 27-й у нас, 15-11. Заключительная часть борьбы Норс против Эго в Best of 3 серии. Отыграли мы полноценно все карты. И почти все из них, на самом деле, до самого конца. Map и матч-поинт. Да, best of 3 points, Керби падает первым, PHR, но все-таки разменяли нормально, Миксвелл с МСЛем очень серьезно простели. Но неужели это камбэк и допы? Не, ну 4 раунда... Это камбэк, это и допы. Возможно, но непонятно, насколько реально для команды Go, потому как они, видишь, размены-то дают делать атаки и раскачивают самих себя. Снэч может промахнуться, например, под базой Б и отпустить верхнюю волну, то бишь 33 на Б пленти. И как бы на этом история может закончиться, если уже выходит здесь. Киньте флешку! Ну, как? Что? Ну почему они не кинули флешку? А зачем кидать флешку? Да, снайпер стоит, чекает, зачем кидать? Не, ну в смысле, это все бессмысленная тема. Понял. Минус 200 рубля, со все дела, ну то есть ты хочешь экономить, иначе на... Не, ну рубли экономить надо, да. Не, ну на Балтику не хватит. Так, тем временем Фурланыч. Выход над Миксвелла. Я, конечно, имею в виду Лимонад и Валде. Валде один с одним хп. Он может взять часть раунд против двух. Ванжи. Вообще с ВП нормально можно брать, даже несмотря на ну ЧП. Выстрел. Пошел. Запереться! О, нет! Почему? Ты так хорошо сыграл. На самом деле классное решение, очень хорошее. Так он от флешки мог умереть. Ты прикинь, ему смог прилетать, он умирает от смока. А там же и хаешка была у человека. У него полный набор гранат был, кроме молика.
Без шансов. Ты же понимаешь то, что у него, скорее всего, была пассивка прокачана? На что? В смысле? Ну, на что? Берсерк из Блад. А. Типа, чем меньше хп, тем больше яростней дерется. Нет, это же обычный берсерк же, не Блад даже, а просто берсеркер. Не? Не знаю, я типа про Хускара, поэтому такое. Тотер. Нет. Да. Нет. Да. Нет. Нет. Друзья, напишите картошка, если вас держат здесь насильно, а мы тем временем смотрим Норс против Эго Esports. Не, ну 3 раунда разницы, но сейчас все еще под контролем. А напомню. Что? Что коэффициент 1.8 был на Норс. Так он мог еще скакнуть сейчас, когда Эго я про префлоп вообще во всем быстро прийти. А, ну это да, это весело. Картошка вон, видишь, написали тебе. Не отпускают в заложниках. Нашего пса держат. Путите. Что по банкам-то? Полный набор гранат. Защиты есть. Также в атаке есть еще и молотовы. Сделайте его обычный выход на Б-базу. Там всего лишь один. Номер 7. Это фурлан с ламасом на тормозах. Ребята, киньте 2 флешки, 1 смок на ловер и выйдите. Убейте эту машину. А вот нужны банки? Нужны банки, да. Нужны банки. Побольше банок. Все хорошо, Молли горит. Скоро дождутся множества, что он закончится. Флешки полетели, надо выходить прямо здесь сейчас. Молики сверху еще фурланыч. Смоченский в ответ. Отошел. Собака горит. Собаку можно не чекать, но за собакой надо, потому что здесь проведь хороший. Много дэмэджа с Фамоса прилетело. Снэйчи уничтожает МСЛ. В упор выходит Керби. Хороший хэдшот. Керби продолжает сражение. Убивает еще и фурлана. Судя по всему, это начало конца для Игол. Нет, в смысле, они не пошли. Нет, ну они так развернулись. Они пошли на дальний, потому что они поняли, что шарта уже занята, и типа не надо. Сейчас главное Норсом просто окопаться. Окопаться и сесть. И думать головой. И никуда не двигаться. Сидеть. Сидеть. Никуда не надо, никуда. Тихо. Куда ж ты, что? Так, позиция очень хорошая у Вальда. Все. Теперь прикрыть, товарищ, прикрыть! Где прикрытие на Валда? Где размен? Алло! Минус от Керби Батла, и 1-1, Эйзи и Груби. Бомба. А нет смока, нет смока. Нет Молика. Нет смока. И Молика нет, но смока тоже нет. А нет. Все, ок. Флешка, выход. Груби, не диффузит. Эйзи просто держит его в самых последних моментах. Выход! Бой. О! Просто наконец-то. Е-бой. Наконец-то. О, боже мой. 13, да? О, и боже третья мой. Третья карта за команды Норс. Не без пота, но Эго потеряет, да, возможность выйти в плей-офф. Мы сделали это вместе с тобой. Напомню, друзья, что с вами все еще Crystal May вместе с Ниша Редом. И мы с вами на этом не прощаемся, точнее... Я прощаюсь, а да, Квадро Дронович Аниша Радович прощается с вами, а к нам придет Sleep Samuel вместо него. И мы будем смотреть с вами последнюю Best of 3 серию в рамках сегодняшнего дня. И? Давай поговорим о чем-нибудь интересном. У тебя есть какая-нибудь еще тема? В смысле? Пока тебе не хватило? Ну, давай еще. Серьезно?